Национальный антитеррористический комитет России опубликовал кадры по задержанию 5 человек в Назране, которые подозреваются в причастности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». При обыске помещения, в котором находились подозреваемые, сотрудники сил безопасности обнаружили боеприпасы и оружие. Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали 4 человек в Окажево, которые предположительно имеют отношение к террористической группировке. Кроме этого, спецслужбы выявили 7 крупных тайников с оружием и авиабомбами. В настоящее время боеприпасы уничтожены. Все подозреваемые находятся под стражей.